Одной из тайн прошлого столетия стало житие архимандрита Гавриила Ургебадзе. Кто этот невероятный старец, которого еще до прославления в лике святых почитал весь православный мир? Блаженнейший католикос патриарх Илья, видя, зная его сам и видя народное почитание, благословил причислить его к лику святых угодников Божьих. Раньше я молился за отца Гавриила, сейчас я уже буду молиться ему, чтобы он ходатайством пред престолом Божьим за меня грешного, за моих близких, великий старец был. Он был распят всю жизнь на кресте, и он сораспят был со Христом, и вместе с ним он воскрес и вознес. Вся его многострадальная жизнь была связана с городом Цхета и с монастырем Самтауро, в котором он и по сей день продолжает наставлять, исцелять, укреплять людей в вере, вселять в сердце каждого человека надежду и любовь. Я жду вас в Самтауро.